Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня вяжем стильную сумку, проще простого, самую простую, элементарную, зато очень красивую. Нам понадобится, девчонки, 3 мотка ниток. У меня вот такие вот, вы их не купите, просто ищите. Вот видите, 100% полиэстер, то есть чем искусственнее, тем лучше. В этом случае это работает хорошо. Так, 100 грамм 125 метров, вот такой вот они плотности. 3 мотка 300 грамм. Вот остатки вот такой вот бечевки. Да? 2 крючка, 1 2 миллиметра и 2 6 миллиметров. 4 маркера, где-то я утянула 2, вот 4 маркера, ну и соответственно ножницы. По сути весь материал у нас. Вязать будем в 2 сложения, то есть третий моток нам придется просто перемотать в 2 клубка и сложить 2 сложения. Так, и вяжем, начинаем с вяжем почку из 30 воздушных петель. 1. И теперь будем вязать. Так, для вязания вот эту первую петлю мы пропускаем, вязание начинаем со второй, вяжем столбиком без накида из каждой петли. Вот я забыла показать цепочку. Вывязываем столбик без накида, всего 28 столбиков без накида. Вот 28 столбиков без накида я провязала. Теперь у меня остался вот последний. Из него я вывязываю 4 столбика без накида. Последний из последней петли. Раз. Два. Три. Четыре. Вот оно, вязание мое повернулось. И далее я вяжу напротив каждого столбика столбик без накида. Вот, смотрите. То есть всего 28 штук. Вот, смотрите, 28 столбиков в обратном направлении я провязала. И теперь вот здесь, вот видите, он был первый столбик, а здесь у нас петля подъема. Из нее мы вывязываем 4 столбика без накида. Ой. Два, три, четыре. То есть мы еще сделали один поворот, и далее мы вяжем вот так вот, переходим, видите, то есть мы провязали по кругу ряд. Далее мы не делаем соединительных столбиков, просто продолжаем вязание, то есть мы будем вязать по кругу, не останавливаясь, по спирали. Так вот, когда мы будем приближаться к углу, вот видите, мы просто вяжем по кругу. Так далее мы продолжаем вот наше вязание по кругу, просто перемещаемся вот таким вот образом. Уголочек уже красиво завернулся, вот точно так же он вот здесь вот у нас все сложится и будет такая. И вяжем вот так вот вверх. Так, вот смотрите, девчонки, провязала я всего от начала, если считать прям с первым рядом, вот видите, отсюда раз, 36 рядов. 36 рядов, это у меня 28 сантиметров. И далее я разделила вот между маркерами 10 петель, вот здесь вот 10, 10, 10, в общем, везде по 10. То есть каждую из частей я разделила на 3 равные части, и между ними поставила маркер. Да, это будет для наших ручек. Теперь будем вязать наши ручки. Так, последнюю петлю мы провязываем в петлю, где стоит маркер, снимаем маркер, вот он отсюда, вывязываем последнюю петлю. Между маркерами у меня, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. И я вывязываю 10 воздушных петель. 2,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вяжу следующий столбик в петлю, где у меня стоит маркер. Вот она, моя дырка для ручки. Теперь пространство, промежуток между двумя маркерами я вяжу столбиками без накида до следующего маркера. Так, последний столбик там, где у нас маркер, снимаем. Между маркерами у нас снова 10 петель, мы делаем 10 воздушных петель. Следующий столбик вяжем в петлю, где у нас стоит маркер. Снимаем. Так, вторая ручка, видите, у нас готова. Вот она. И теперь вяжем по кругу. Снова продолжаем наше вязание по кругу. Выполнили мы две ручки. Вот, когда мы приблизились к нашей ручке, мы 10 столбиков без накида просто вывязываем вот из этой дырки, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, вот они, видите. И теперь снова далее мы вяжем нормально по кругу в каждую петлю, продвигаемся к следующей ручке, здесь тоже мы вывязываем 10, и далее еще несколько рядов продолжаем вязать по кругу. Так, вот смотрите, всего провязала я 3 ряда, видите, здесь видно 1 2 3. И теперь вот с обеих сторон эти 3 ряда. Теперь нам нужно закончить вязание. Это я буду делать полустолбиками вот такими. Я просто от края такими полустолбиками продвинусь как бы к самой ручке. Вот видите, я продвигаюсь сюда, чтобы спрятать этот конец нити. Сейчас я его... Вот оно. Хорошенечко разровняю. Здесь я уже нить обрезаю. Вот видите, помощник. Вот ничего не могу делать без него. Надо помогать и все тут. Вот так вот. Здесь я уже... эту нить продену просто тонким крючком. Все, ушел. Так, вот. По сути, это уже готовая сумка. Видите, вы можете оставить ее вот так вот. Вот как она сейчас есть. Вы можете ее оставить. Я вот сейчас ее измерю. Готовый на выходе размер. 32 сантиметра высота. И 23 ширина. Ну, 23-24 где-то. Вот, девчонки, понятное дело, что регулировать и высоту, и ширину вы можете на свое усмотрение. Теперь я беру вот этот тонкий крючок, беру бечевки остатки
и складываю ее в два сложения. Складываю в два сложения, буду вязать вот таким вот образом. Сначала я захватываю, как бы отматываю побольше и складываю в два сложения. И буду вязать как бы обычный столбик, захватывая вот эту вот ручку. Вот здесь вот в дырку я буду вытаскивать. Почему тонкий крючок? Чтобы вот эти вот петли оставались поменьше, но они и так остаются большие. Вот. То есть это у меня обычный столбик, только с захватом как бы всего вот этого. Всех трех рядов. Пробуйте сделать толстым крючком. Я не знаю, может вам будет удобнее, но мне удобнее тонким почему-то. Толстым у меня здесь остаются очень большие петли. Теперь отрезаем вот эту остаток, делаем здесь петлю, и теперь уже большой крючок я продеваю сюда, в эту, и продеваю, протягиваю, чтобы было вот так вот. Так, вторую половину я сделаю точно так же. Вот видите, вот такая вот ручка. И делаю вторую часть. Вот, девчонки, наша сумка готова. Вот смотрите, видите, все готово. Вот такая вот сумочка у нас получилась. Очень быстро, очень просто и очень бюджетно, потому что искусственные нитки стоят дешево. Вот, готовимся, девчонки, на лето. Еще у меня в планах штук 5 сумочек. Ну, на этом все. Уже и говорить, в принципе, больше нечего. Вика. С вами была Вика из Школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!